Здравствуйте! Сегодня приготовлю слоеные лодочки с семгой. Берем пласт слоеного теста, 250 грамм, разрезаем на 3 части и каждую часть еще разрезаем на 3 части, чтобы у нас получились небольшие квадратики. Каждый квадратик по бокам слепить, чтобы у нас получились вот такие вот лодочки. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментной бумагой, и смазываем взбитым яйцом. Сверху посыпаем маком и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 10 минут. Берем 3 ломтика лимона, разрезаем на небольшие кусочки. Красную рыбу мы также нарезаем на небольшие кусочки. Лодочки уже спеклись. В серединку мы продавливаем пальцем или ложечкой убираем. Выкладываем сливочный сыр. В виде украшения используем салатный листик и украшаем красной рыбкой. Добавляем ломтик лимона. И украшаем небольшой веточкой укропа. Закуска готова, она получается очень вкусная. Вкус у нее необыкновенный, так что попробуйте, приготовьте ее на праздничный стол. Гостям очень понравится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. А вам я желаю приятного аппетита и с наступающим Новым годом!